Около 500 бывших афганских военных и чиновников похищены и убиты талибами после захвата власти в стране. Такие результаты расследования представила газета The New York Times. Преследованию, в частности, подверглись люди, работавшие с международными силами. Исчезновения или убийства граждан зафиксированы во всех провинциях. Больше 100 человек пропали без вести в Кандагаре, а в Баглане подтверждено 86 убийств. По данным издания, объявленная в прошлом году амнистия используется талибами в качестве ловушки, чтобы выманить людей из укрытия.